разно бывают по всей реке, по всей стороне. Один. Один большой справлялся праздник, и Петя лег отец мне. Петь, что от края и до края. Во все. Во все концы, во все края. Ты вся. Ты вся моя и вся родная, пайзая родина моя. Молодец, 5-. Так, расскажи мне теперь про парашют. Глеб Евгеньевич Котельников. Громче. Глеб Евгеньевич Котельников был актером труппы Народного дома на петербургской стороне. Под впечатлением от гибели летчика он начал разрабатывать парашют. В каком году? В 1911 году он презентовал готовую работу России, но не получил отечественный патент. Он совершил вторую попытку поехать в Францию. В каком году это было? В 1912. Так, отлично. А у нас по аэродинамике кто ее изобрел, разработал? Николай Егорович Жуковский. И его закон как? Что он делает? Он открыл закон, определяющий подъемную силу крыла самолета. Освоил основные профили крыльев и области винта самолета. И освоил воздушную теорию винта. Все, молодец, 5.